спасибо за инструмент. Милая, не забудь рация. Это радиорубка. Поэтому прилегли на часик и проспали все вечернее катание. Сейчас находимся на высоте 3025 метров. 2 балла. Сервиса 0. Еда очень посредственная. Вот это зима. Сейчас затестим, что это за спа-зона для нудистов. 3 в ресторане, не считая собаки. В общем, ребята, извините. Слюни текут, будем кушать. И подобает секретной операции, она начинается под покровом ночи. Операция «Трое в тачке». Радиска Кэт. Айван. «Трое в тачке», не считая кого? Правильно. Его. Рядом сзади. Доброе утро. Личные вещи. А что у вас за инструмент? Это балалайка. Так, откройте, пожалуйста. Не так все просто. Самое главное, секретное оружие наше не стали проверять. Ребята, проскочили. Секретная миссия, которая выполнима, начинает свое шествие. И совсем скоро вы узнаете о нашем секретном задании. Даже дождь, который был специально включен из центра, не повлиял на серьезных представителей кордона. Магические навыки, полученные в спецшколе, помогли мне загипнотизировать сотрудников. Движемся дальше. 3 градуса за бортом. Первый явочный адрес находится сразу за городом Бельцы. 107 километров в час средняя скорость. Расход какой-то космический, 11 литров на 100 км. Нужно отправить сообщение в центр. Милая, не забудь рацию. Пока милая будет отправлять сообщение, запилим обзорчик заправки. Если вы думаете, что здесь туалеты, вы ошибаетесь. Это радиорубка. А почему? Ну а из-за чего? Вот мне интересно, из-за чего. Вот видите, секретный объект. Кругом секретные объекты. Секретная миссия, секретный объект. Но вот на этой заправочке всегда вкусные эклерчики. Кофеечек, кстати, так себе. Вот такая вот совершенно приличная заправка. Сеть Бимол называется. Еще в Молдавии распространены самые крупные сети. Это Лукойл, Ромпетрол, ну и Бимол, скажем так. 3 капучино и 3 десертика эклер яблочный обошлись 127 лей. Немножко решили замаскироваться, поэтому запустили снег. Теперь будет еще веселее. Двигаем дальше. Ну вот, слегка замаскировали свой телепорт. Все та же собака, просто изменилась немножко внешне, потому что тоже маскируется. Перед границей Молдавии и Украины вот такая вот есть заправочка Роя Петров, где можно зайти кофейку выпить, сообщение отправить, опять же, залить в омыватель чего-нибудь. И скоро вы узнаете, зачем, куда и что за секретная операция у нас, куда мы двигаемся. Но для этого нужно вам подписаться на канал и нажать колокольчик, если вы еще это не сделали. Для того, чтобы незаметно пробраться через границу, нужно стать очень маленьким, вот как я, например. Так выглядит молдавская граница, молдавские пограничники. Можно снимать на границе? Нельзя? Нельзя. Фотосъемка. Фотосъемка запрещена. Курить нельзя. Бухать нельзя. Мусор можно выбрасывать. Так, 7-8. 7-8-7. Спецоперация требует специального питания. Вот у Вани какая-то волшебная булка.
Мы находимся сейчас в Черновцах, точнее уже за Черновцами, тоже точка намеченная, скажем так, уже частенько здесь бывали. Здесь снеки, десертики, можно здесь кофеечек отдельно купить, причем кофе стоит хот-доги 33, 45, 44, 20 эспрессо, 23 американо, капучино 28. Десертики прям такие зачетные-зачетные. Здесь точно подороже в этой половинке. Мы заказали завтраки, сейчас посмотрим, как они будут выглядеть. Для меня готовится итальянский завтрак. Милая заказала омлет с грибами. Ага, американо, капучино. И, в принципе, те же самые денег стоят, что и там. Только здесь кофемашина ручная, а там автомат. Завтрак Милому подогнали. Вот такой омлетик для Милы приготовили. Приятного нам аппетита. Мы решили спросить у Гугла, какие вопросы чаще всего украинцы ему задают. Что такое Томас, ребята? Томас? Какой-то вирус. Эшкерия, мама. Эшкерия. Что это такое? Что это? Как тебе кажется? И сначала я подумал, что это какое-то турецкое название. Следующее. Реинтеграция. Мясо коровы называется говядиной. Почему мясо коровы называется говядиной? Вот такая красота открывается на вечерней горочке, на которых мы славненько покатались, купив вот такие скипасы. 270 гривен всего с человека. Но, как и следует настоящим разведчикам, запутываем следы, поэтому прилегли на часик и проспали все вечернее катание. Для того, чтобы и дальше продолжать запутывать потенциального противника, предлагаю купить катание на упряжках. На собачьих упряжках здесь есть такая тема. А самим пойти на санках просто погонять. Шалом алейкум, православные. Милые, путешествуют на связи. Как вы уже догадались, мы находимся на горно-лыжном курорте Валья-Невада в Чили. Сейчас находимся на высоте 3025 метров. И по наводке нашего секретного агента Юстаса мы пришли славянское заведение под названием Ра. Вот такой традиционный чилийский ресторанчик. Юра, привет. Ты обещал, что здесь готовят божественную форель. Сейчас мы затестим. А там у вас еще один зал? Там нет. На удивление. Там есть колыба еще. Колыба есть? Можно пройти так или нет? Или это через улицу? Через улицу. Ага. На удивление человек говорит на русском языке. Такое небольшое заведение. Чисто традиционные чилийские украшения. Закончен наш приветственный ужин в чилийско-украинском ресторане. И он от нас чилийско-украинском. А что он чилийско-украинском? Ну, мы же в Чили сейчас. По легенде. По легенде. Да. И он от нас получает дружный лайк-фак. Почему лайк-фак? Потому что 2 балла. Потому что 2 балла. Потому что... А вот некоторые даже единицу. The bad. Почему так? Потому что сервиса ноль, еда очень посредственная. Шашлычок принесли сырым. Забрать, дожарить. Говорит, дайте нам его, принесите, мы вам пожарим. Вместо того, чтобы забрать и извиниться. Порции очень маленькие. Пирог яблочный, который должен быть. Был один пирог, в результате оказался одно тесто. Короче, ребятки, не ногой. Секретная операция «Трое в горах», не считая собаки, продолжается. Все те же модные тротуарчики. Вот это зима! Как там вы, народ, себя чувствуете в Таиланде, на Бали? Нормально все, да? Прокат завтра затестим. Зашли, узнали, 150 гривен стоит сутки лыжи и ботинки. Вот указатель на наш отельчик Питгирия, что означает под горой. 400 метров до отеля в крутую горку. После несытного ужина, наверное, будет легко подниматься. А, кстати, ужин стоил
700 с чем-то гривен. Форель не поймали, на которую мы пришли. И слава богу, наверное. Потому что качество оставляет желать лучшего. Завтра должен быть очень насыщенный день. Мы должны сходить и в бассейн. Номера уже сходили. И в баню. Бильярд не знаю, с кем поиграть. Но прежде чем продолжить просмотр, не забудьте подписаться на наш канал и нажать на колокольчик. Спа-зона. Бассейн с подогревом. То есть все тепло ушло на подогрев, да, получается, бассейна? Детячий бассейн с подогревом. Сауна финско-турецкая, арома. Все стоит 250 гривен 3 часа. Что вы нам выдаете? Плавки какие-то? Браслеты только? У вас для нудистов, что ли? Хорошо. Спасибо. Сейчас затестим, что это за спа-зона для нудистов. Бассейн с видом на горы. Ага, сверху там еще барчик есть. Кто куда? Кто в сторис, а кто в YouTube. Ага, там даже фитнес есть. С утра на фитнес идем еще. Такая плитка оригинальная. Лайфхак от Милых. На втором этаже теплее. А массажный кабинет, массаж кто делает? Вы? Почему? А сколько массаж стоит? Прайс массажа есть на рецепте. А, вот это называется аромасауна. В аромасауне все грустно. Нет ни сауны, ни аромы. И ни ромы. Никого нет. Вот это, чтобы вы поняли, а-ля турецкая. Выключали свет пару раз, и она не функционировала. Сейчас, слава богу, какой-то пар появился. Самое зачетное, конечно, вот эта финская. Ух ты, какая финская девушка! Я-я! Такая чистенькая, аккуратная. Показывает 160. 160, я понял тебя. Сейчас запилим обзор самого популярного заведения в Чили. В Буковеле одновременно. Вот секретная миссия. Трое в ресторане, не считая собаки. Видите собаку? Просто замаскировалась. Конечно же, чилийское вино. Спасибо, дорогая. Такое небольшое заведение. И время 5 часов вечера, 17:00. Оно занято полностью. И нам с трудом Юстас выделил один столик, и то до 6 часов вечера надо его освободить. Здесь где-то готовят нашу капричозу. Еще не готовят капричозу? Или готовят уже? Еще нет. Смотрите, какая вкуснятина. В общем, ребята, извините. Слюни текут. Будем кушать.